Сделано в Бобруйске. Белшина запустила в серийное производство хоккейные шайбы. Трудозатратный процесс, потому что одну заготовку, одна пресс-форма. Кто оценил новинку? В Беларуси пресекли незаконную деятельность мошеннических колл-центров. Задержан по подозрению в совершении действий относительно телефонных звонков. Как злоумышленники разводили на деньги? Под созвездием успеха бобруйчане стали лауреатами международного телепроекта. Для меня большая честь, что я поучаствовала на этом конкурсе. Какое звучание у победы? А также рай для туристов, рост выплат и знание сила. Определен перечень вузов для зачисления без вступительных экзаменов. Что для этого нужно? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент встретился с губернатором Брянской области. За круглым столом глава государства и Александр Богомаз обсудили волнующие вопросы – экономику, совместные перспективы в аграрной сфере, строительство. Александр Лукашенко подчеркнул, этот регион для Беларуси один из самых близких. Исторические и человеческие связи прочны и многогранны. Всегда говорю основу основ для решения нынешних и возможных будущих наших проблем – это экономика. Будет экономика, как в нашей в советские времена говорили, есть экономика, производство и партийная, и комсомольская, и профсоюзная работа добавится. Так оно есть и сейчас. В 2020 году мы ставили задачу поднять наш товарооборот до миллиарда. В прошлом году мы немножко снизили по разным причинам, где-то 800 миллионов, чуть больше. Но в этом году мы полны решимости восстановить эту цифру. Думаю, никого не нужно убеждать, что миллиарды – это далеко не предельный показатель. И главный резерв – реализация крупных кооперационных промышленных проектов. Как эта работа организована, мы наглядно видим на примере работы ваших предприятий и нашего Амкадора и Гомсельмаш. Мы готовы дальше развивать данный опыт, включая создание в Брянской области других предприятий, по изготовлению техники, материалов, оборудования, все, что вам понравится, и мы сможем. Кроме того, Александр Лукашенко затронул преодоление последствий аварии на ЧАЭС, от которой Брянская область пострадала не меньше Беларуси. В республике активно ведется возрождение территорий, создаются комфортные условия для жизни людей. Есть уникальные разработки и методики. Если будет проявлен интерес, сотрудничество не заставит себя ждать. Грязный бизнес. В Беларуси пресекли незаконную деятельность мошеннических колл-центров. С февраля 2020 по январь этого года злоумышленники осуществляли холодные звонки и предлагали гражданам подзаработать на онлайн-инвестициях. Взамен обещали гарантированные доходы и выплаты. После согласия мошенники скидывали фейковые интернет-ресурсы. При переводе средств они создавали видимость заработка, а при попытке вывода денег переставали выходить на связь. Жертвами махинаций стали более 5000 человек. Задержан по подозрению в совершении действий относительно телефонных звонков клиентам из различных стран с целью предоставления брокерских услуг заведомо ложных, в связи с чем совершал мошеннические действия. В результате обыска изъяты компьютерная техника, мобильные устройства, бухгалтерская документация, 12 автомобилей общей стоимостью в 200 тысяч долларов и столько же наличных. Задержано свыше 50 участников организованной группы, 48 заключены под стражу. Доступные вакансии, развитие железной дороги и отечественная сиеста. За 2023 в Беларуси отдохнули более 200 тысяч иностранцев. Чем синеокая привлекает туристов? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. С начала месяца бюджет прожиточного минимума увеличился на 10%. Итоговое значение 407 рублей. Рост обусловлен пересмотром базового набора продуктов. Кроме того, прибавились социальные пенсии и возрастные надбавки. Еще одно новшество февраля – плюс к выплатам на ребенка до 3 лет. На первого родители будут получать 724 рубля, на второго и последующих – 828.
Министерство образования Беларуси определило перечень учреждений высшего образования для зачисления без вступительных экзаменов. Такая возможность появится у абитуриентов, которые освоили в рамках профильного обучения программу среднего образования и изучали в школах отдельные предметы или модули на повышенном уровне или в лицее БГУ. Количество иностранцев, которые предпочитают Беларусь для сиесты, стремительно растет. В прошлом году в республике организованно отдохнули 217,5 тысяч человек. Кроме того, Синёкая славится своими санаториями. За оздоровлением в 2023-м приехали граждане из более чем 70 государств. Положительная динамика по выручке превысила 26%. Итоговая сумма – 311 миллионов рублей. При составлении базы незанятых в экономике теперь будет учитываться информация с российской стороны. Речь о гражданах от 18 и до пенсионного возраста, которые выехали за пределы Беларуси и России и отсутствуют суммарно 30 и более дней. Неработающие с 2018-го, напомним, полностью оплачивают коммунальные услуги. В 2023-м БЖД внедрило 388 рационализаторских предложений. Новые решения нацелены на обеспечение безопасности движения, экономию, разумное использование рабочих топливно-энергетических ресурсов, совершенствование условий труда. Экономический эффект от введения новаций свыше 3 миллионов рублей. Белшина начала выпускать шайбы. На них перейдут все белорусские хоккейные клубы. Первые партии новинки опробованы на хоккейных площадках Беларуси и России. За выпуск взялся завод КГШ. Вопрос импортозамещения погрузился Виталий Гаврусев. Знаменитый клич болельщиков «Шайбу-шайбу» придуман более 50 лет назад. Ее официальный день рождения – 7 февраля. В нашей стране такой датой смело можно считать 17 июня. Летом 2022 года спортивный снаряд с логотипом, знакомым всем автомобилистам, вручили президенту в качестве сувенира. Это наш сувенирный набор. Это сувенирные шайбы, продукция с логотипами нашей страны и нашего предприятия. Спасибо. Ну и для хоккейной команды президента мы передадим спасибо. Набор игровых шайб. А чтобы их можно было пробовать. Да, да. Все, теперь мы будем покупать только ваши шайбы. Непрофильная разработка предприятия – детище специалистов Центральной заводской лаборатории инженерно-технического центра знаменитой «Белшины». Принято решение, что вот у нас есть возможность, пока, правда, скромно, но производить хоккейные шайбы для нашей хоккейной страны, для Российской Федерации. Несмотря на то, что размеры новинки намного меньше шин, устанавливаемых, например, на карьерные самосвалы, толщина шайбы 2 сантиметра 54 миллиметра, диаметр 7,62. Серийным производством занимается завод крупногабаритных шин. Процесс производства не слишком сложный, но технологичный. Основные показатели – время, температура, давление. Время вулканизации 30 минут, а температура, при которой вулканизуется игровая либо сувенирная шайба, это 185 градусов. А давление? Давление 0,8 мегапаскалей. Завод КГШ выпускает несколько видов шайб. От игровых и сувенирных до обычных и немаркирующих. Объемы производства будут зависеть от количества заказов. Вопросы импортозамещения на градообразующем предприятии решают быстро. Хоккей развивается, и мы вынуждены импортозамещать, потому что раньше это все, естественно, покупалось за рубежом. А спрос есть как у нас, так и в Российской Федерации. Сегодня активной рекламой новой продукции занялась бобруйская хоккейная команда «Динамо Шинник». Она играет и тренируется только с шайбами бобруйского промгиганта. Отлично проявляет, отлично. Ну, хотелось бы, чтобы это наша была отечественный производитель, да. Зачастую мы всегда закупались там в Чехии, да, шайбы, словацкие шайбы. Хотелось бы, чтобы наш был производитель. Поэтому катки строятся, ажиотаж огромный, хоккей любят, поэтому хотелось бы, чтобы и в детских школах появлялись именно наши отечественные шайбы. Хорошая шайба может прослужить не один год даже при самых серьезных нагрузках. Но чтобы она залетела в ворота, есть одно немаловажное условие. Мы должны болеть за наших. Юные динамовцы сразятся против русских «Витязей» уже в эти выходные 3 и 4 февраля. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Мелодия таланта. Юные бобруйчане привезли награды с международного конкурса.
Учащиеся детской школы искусств номер 2 имени Оловникова стали лауреатами 7-го телепроекта «Кубок дружбы», который проходил в Минске. Участие приняли солисты и творческие коллективы как из Белоруссии, так и других стран. «Бобруйск» представили 11 талантливых ребят в номинациях инструментального и вокального творчества. Мне там очень понравилось. Я пела песню «Перышко» из сказки «Князь Владимир». Это песня про любовь к родине. Горжусь, что я заработала с этой песней первое место. Я стараюсь принимать участие во многих конкурсах, и для меня большая честь, что я поучаствовала на этом конкурсе, и этот диплом займет важное место на моей полочке. В копилке школы имени Оловникова бесчетное количество громких достижений. Все благодаря стараниям юных дарований и профессиональным педагогам. Всего в храме музыки обучают более 700 бобруйчан. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!